Я хочу предоставить слово нашему завучу Вере Юрьевне Погониной, которая представит Ксению Вадимовну Кноры. Добрый день, дорогие зрители, добрый день, Ксения Вадимовна. Сегодня у нас замечательный день, потому что у нас сегодня двойное радостное событие. Во-первых, мы всегда ждем с удовольствием гостей в любое время Ксению Вадимовну Кноры. Она сегодня приехала со своими студентами. Ксения Вадимовна – это знаменитая и важная для нас человек, профессионал, друг. Спасибо, если вы разрешите вас так называть. Она является профессором Московской консерватории, заслуженной артисткой Российской Федерации. И вот сегодня мы услышим учеников Ксении Вадимовны, которые выступят будут играть на рояле. Сегодня происходит презентация рояля, которую выделили нам по национальному проекту «Московская область». И немногие школы получили такую возможность, вот нам повезло. И теперь у нас в классе, в зале стоят два чудесных инструмента. И мы услышим прекрасную музыку в прекрасном зале, в прекрасном исполнении. Итак, на сцену приглашается Ксения Вадимовна Кноры. Здравствуйте, добрый день. Я просто расскажу, что сейчас будет звучать и кто будет исполнять. Начнем мы наш концерт с концерта для фортепиано с оркестром Людвига Вана Бетховена. Это пятый концерт, который называется «Императорский». Этот концерт поначалу был посвящен Наполеону, но потом Бетховен разочаровался в этом герое и отменил посвящение. Но в нем такой героический дух, и это вообще последний концерт для фортепиано с оркестром. Вот. А первую часть исполнит студент третьего курса Даниил Богданов, а партию оркестра буду играть я. Вторую и третью часть я объявлю отдельно, потому что она будет в другом исполнении. Итак, Бетховен, концерт номер 5, первая часть. Исполняет Даниил Богданов. Thank you.
Thank you.
часть услышанного вами уже частично концерта исполняет ассистент-стажер, это так называется у нас аспирантура, Вера Дальмачинская. Thank you.
Thank you.